Если вам немного за 30, сегодня в Астане представители холдинга «Байтерек» сделали весьма обнадеживающее заявление. Возраст претендентов на получение квартир по программе «Доступное жилье» увеличен до 35 лет. Арендное жилье с правом выкупа очередники и социально уязвимые слои населения смогут увидеть уже весной. О новых правилах жилищной политики и Марат Такулин. Вскоре молодые семьи до 35 лет смогут претендовать на квартиры в рамках новой жилищной программы. Об этом сегодня в Астане заявил председатель правления холдинга «Байтерек» Куандык Бишимбаев. Чиновник, в свою очередь, отметил, что 50% арендного жилья будут распределены только среди очередников, не имеющих собственного угла. Мы берем и формируем списки претендентов на эту программу только из тех лиц, которые по состоянию на 11 ноября, это дата послания главы государства, находились в очередях в рамках местных исполнительных органов. Другая половина квадратных метров будет предоставлена социально уязвимым категориям населения, пояснил Бишимбаев. Причем первые квартиры в аренду с правом выкупа казахстанцы получат уже весной. В среднем стоимость квадратного метра в Алматы и Астане будет составлять 185 тысяч тенге, в регионах в районе 150. Мы полностью отменяем первоначальные взносы. Мы удлиняем срок аренды в рамках послания главы государства до 20 лет и, соответственно, пересматриваем в сторону увеличения себестоимости строительства. Всего до 2020 года будет возведено порядка 1,5 миллиона квадратных метров доступного жилья с затратами в 250 миллиардов тенге. Поднимая на поверхность злободневные вопросы, депутаты отметили важность механизмов исполнения. Негативный опыт прошлых лет дает о себе знать. Мы полагаем, что такое жилье и такая срок аренды вот в таком жилье, он должен быть бессрочным. Хочет человек, пусть всю жизнь живет. Посмотрите на самые развитые европейские страны, где 40% населения живет всю жизнь в арендном жилье, которое еще при этом и передается право аренды по наследству. Обеспокоены сегодня были депутаты и площадью доступного жилья. Дескать, 85 квадратных метров уж слишком много для трехкомнатных квартир, намекая на лишние затраты и спекуляции. Однако представители холдинга «Байтерек» дали четко понять, что ущемлять права очередников, среди которых и многодетные семьи, они не намерены. Марат Такулин, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.